действительно, это мой первый визит в замечательный город. Я надеюсь, что он не последний. В танцевальной индустрии я около 10 лет, ну да, в принципе, но я еще достаточно молодой, мне 27. Ну, то есть, если серьезно в шоу-бизнес, то ну, около 10 лет. Гораздо больше покорить больше стран. А вообще интересно вообще за границей. Есть место в мире, где Джон Кензи чувствует себя уютно, куда ему хочется возвращаться снова и снова? Такого конкретного одного места нет. Ну, смотря, как понимать вопрос, куда возвращаться, как артисту или как человеку? Как артисту, где мне нравится, ну, в Америке, в Нью-Йорке, например. Я выступал в Нью-Йорке с Оливан Ру. Диджеи бы хотели бы сыграть на одну. Я думаю, с вашим местным, с Денисом Кораблевым, ага. Есть сейчас несколько артистов, допустим, шведы, венгры. Молодые ребята напишут изумительную музыку, которых вот я сейчас часто таскаю в Россию. Вот, такие как Эту Баскет, Клайз Роузен, Джей Люмин. Очень интересные ребята. Вот именно в них сейчас вот вся фишка, в молодых продюсерах. А старички что-то как-то уже ленятся, честно говоря. России началась именно в Санкт-Петербурге. К сожалению, вот на данный момент я считаю, что северная столица утратила этот статус. Это связано с экономическим кризисом, отсутствием спонсорских контрактов у клубов и прочее. Ну, потому что все деньги в основном сейчас в Москве, и вот там вот кипит клубная жизнь. Но в плане музыки все равно Петербург лидирует впереди Москвы. Джон Кенди на самом деле играет очень хорошую, классную, зажигательную музыку. Джон Кенди здесь не зря.